Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм, мы сегодня новенький видосик, в принципе, да, разобраны снова, но у нас хорошие новости, пацаны. Все-таки добились того, что будет обновление, будут, как бы, те идеи, что говорил Федя Чу, их сделают, в принципе. Не все, но сделают. Итак, давайте начнем с того, что большое спасибо вам за вашу активность по видосикам. Просто эти два видосика. Кто не смотрел, обязательно посмотрите, потому что много всякой информации. Кто не в курсе, то посмотрите обязательно, вам будет это полезно. Но для тех, кто не знает, вот было голосование у Федичу на странице, на стене точнее. И все-таки победило голосование, 72% всего проголосовало 2585 человек. Это очень круто, что вот эти идеи все-таки сделают. Да, ФСБ там не уберут и так далее, но все же, блин, это очень круто, что все это сделают. Потому что реально Федя обещает годные идеи, и я думаю, когда это все сделают, то Амачных обратно, возможно, поднимется. Также недавно он выложил вот такой постик: ФСБ и мафия, скорее всего, не уберут, но уберут одну ОПГ, ТРК и СМП. Значит, готовьтесь к жесткому изменению всех фракций и огромной динамики. Скоро Амазин станет вкуснее. Блин, это очень круто, реально. Я очень рад, что наконец-то Амазинка начали обратно жестко заниматься, и в скором времени будет обновление. Откуда я знаю, сейчас я вам расскажу. В принципе, вот, заходим в свободную группу и находим у нас видеозапись. Был стрим, называется он 47 обновлений. Вот обсуждение, в принципе, я об этом вам уже рассказывал, посмотрите два видео на канале последних. И вот, недавно он делал стрим, 2 часа назад, называется стрим 47 обновлений. Как только стрим запустили, я сразу за него нашел, отсмотрел стрим до конца и могу вам рассказать, что там было. Особо там такой прям пиздец информации не было, но вкратце я расскажу. Федя Чу рассказал о том, что все-таки да, все будет делаться, обновы будут выходить постепенно, рассказывал про некоторые обновления, связанные с администрацией области там и так далее. Также показывал список обновлений, именно кто там будет, он не показывал, но показывал ссылки. Их там довольно-таки очень много, и так как я понял, идеи те очень годные, он уже передал все скриптеру, и в скором времени выйдет обновление. Также в группе официально Амазинга давали вот такой пост, что извиняются, что не было долго обновлений, и показали некоторые скриншоты. Здесь мы видим на этом скриншоте, что будет система, можно будет ключи свои от машин давать другому человеку, он сможет на ней ездить. Кстати, это я предлагал, помню, в Дискорде, как бы, это очень круто. Здесь я не понял, что добавят, а здесь я понял, что добавят либо работу угонщика машин, либо это будет делать ОПГ и так далее. Если типа пригони нам тачку марки Nissan GTR, и мы тебе хорошо заплатим. Подобную тачку наши парни видели недавно. Я обозначил ее на карте. Ну, короче, очень круто такой. Прям реально очень круто. Кстати, тех, кто еще не голосовал, обязательно голосуйте, в принципе, потому что это очень важно. А на этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Обязательно ставьте лайки. И спасибо за вашу активность, за вашу поддержку. Будем ждать обновлений. Всем пока. I was from the city, she was from the outside. I was from the north, she was from the south side. I looked in the mirror, I said, man, I'm alright. Little did I know I'd be crying.